Вращение. Twist your opposite hip. Двигайте противоположным бедром вверх и вперед. Когда палец ноги касается пола, начинается движение бедром. А теперь вместе с руками. Раз. 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 Одна рука над головой, другая вытянута вперед. Продолжаем шаг, вращение. Шаг, вращение. Руки впереди. Делаем шаг вперед, толкая бедро вперед. И вперед, вперед. Это упражнение тоже очень хорошо развивает подвижность бедер. А теперь делаем резкие движения бедрами назад. Назад, назад. Тянем пальцы на ноге. Поменяли ногу. Шаг вперед, бедро вперед. Вперед, вперед. А теперь движение назад. 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 Поднимаем бедра выше. Теперь давайте сядем и примем следующую позицию. Сжимаемся. И разжимаемся. Тянемся сильнее и сжимаемся. Это упражнение прекрасно действует на мышцы бедра. Задержали движение. Повернули руку. Опустите ногу и снова потянитесь. Дышите глубже. А теперь с другой ноги. Сжимаемся и разжимаемся. Сжимаемся и разжимаемся. Сжались и потянулись. Задержали движение. Повернули руку. Опустите ногу и снова потянитесь. Постарайтесь почувствовать, как тянутся боковые мышцы и мышцы бедра. Займите позу кошки. Выгибаем спину вверх и опускаем голову. Выгибаем спину вниз и поднимаем голову.
и вверх. Встаем, оставляя руки на полу, попеременно сгибаем колени. Чувствуем, как растягиваются мышцы бедер. Шея расслаблена, дыхание глубокое и спокойное. Медленно поднимаемся вверх в вертикальную позицию, стараемся двигаться за счет мышц пресса, позволяя шее быть расслабленной. Слегка приседаем, скрещивая руки внизу, и поднимаемся. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Выдох, вдох.